Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены, и сегодня у меня для вас обзор Faberlic. Я вам рассказывала, что я выберу вот такую вот блузочку и вот такие кроссовки-кеды. Когда предпоследний обзор у меня был, мне очень понравилась блузочка. Поближе так Артем можно показать. Очень люблю вот такой рукавчик. Очень люблю. Вот он. С манжетиком. И здесь вот он пошире внизу. Вот здесь вот он широкий. Нежная, просто нет слов, блузочка. Вот с блузочками у меня как раз всегда беда. И она не ляпистая. Так, про блузочку я сейчас... Примерка будет потом. Примерку я сейчас не буду делать. Это 100% полиэстер и цвет бежевый, 44 размер. Все. Так, сразу хочу сказать, что на меня она хороша, 44 размер. И вот такие кроссовки, я сейчас их померю, а одни уже на мне. Я сейчас вам назову сразу сумму. Блузка с длинным рукавом, вот это сейчас на мне они. Значит, для женщин цвет бежевый, 44 размер, стоит 1599 рублей. Значит, кеды женские, кристалл, вот эти, которые на мне, вот они, вот такие классные они. Очень я их полюбила. Вот. Сейчас подниму. Их можно и с платьями, и с юбкой. Я сейчас джинсы подниму, чтобы вы могли видеть. Очень удобные. Я уже их одевала, видите, ходила. Вот такие, с носочком низким. Очень красивые. Качество идеальное. Я просто вообще... Просто знаете, что, когда я говорю, что не ожидала, что качество хорошее, я почему говорю? Потому что многие говорят, что если не натуральная кожа, значит фу. Но это эко-кожа, она очень мягкая и очень удобная. Так, значит, вот кеды, которые на мне. Сейчас назову кристалл, женские кеды. Так и написано, 36-й, 1359. Итого у меня 3127 одна посылка была, у меня их было две. И вот эти кеды сейчас назову и потом померю их тоже. Это называется слепоны, а не кеды. Я сомневалась, что говорю неправильно, но в итоге сказала действительно неправильно. Слепоны женские, бенита. Цвет бежевый, размер 36. И стоят они 1448 рублей. Вот такие они. Да, поближе так покажем, потом обуюсь. Сюда иди, Артемочка, поближе. Вот смотрите. Как внутри они сделаны. Мягенько. Вот эта вот подшивка очень мягенькая. Вот. Подошва, как у кед. Вот эта часть, тоже вот, вот верхняя часть очень мягкая. Вот эта часть очень хорошо моется. Вот у меня вот эти я одевала. На мне, Тёма, опусти. И я просто влажной салфеткой, девочки, вытерла. Просто шик. Очень удобные, очень хорошие кеды. А это слепончики. Классно. С любыми джинсиками, плюс блузочка, либо юбочка-блузочка, либо просто блузочка можно, блузочку можно с чем угодно одеть вот эту. Не обязательно так, чтобы и низ, и верх был одинаковый, безусловно. Но я очень красиво померила, когда получила... с джинсами, просто прелесть. И даже с платьем померила летним, вот слепончики, просто красота, очень красиво. И блузочку я померила с юбкой, с брюками, просто прелесть. Так, я сейчас слепончики обую, вот эти я уже все вам показала. Сейчас я сниму, покажу внутри, Тём, давай, а то мы внутри не показывали. Тоже очень мягенько. Здесь вот подкладка такая, она, знаете, бархатная, какая-то такая бархатная. Здесь просто ХБ, да. А вот тут ХБ внутри, подкладка. С чем-то смешана, очень такая тоже мягенькая, удобная. Итак, показываю вам слепоны. Вот так вот они выглядят. Вот они. Вот, очень хорошо, удобно. Видите, вот здесь вот резинка. Что мне нравится? Что здесь резинка. Видите, у кого... высокий подъем, это очень будет круто, девочки. Слепоны просто шикарные. У меня нормально, поэтому, ну, у меня нет высокого подъема. Вот так они на мне. Вот, очень мягенькие.
вот эти слипоны посвободней. Эти прям впритык-впритык мне, но они не то что жмут, просто прям впритык. А эти немножечко посвободней. Вот они. Вот так вот. Мягенькие, да чего мягенькие, девочки. Вот просто прелесть. Мне очень понравились слипончики. Кстати, там обувок очень много. Разная обувь есть. И уже появилась и летняя обувь, новый каталог есть. Там появились блузки новые. В общем, одним словом, заходите на сайт. Я обязательно оставлю ссылочку. Они есть и ВКонтакте, в Одноклассниках. И вы смело сможете себе выбрать, что хотите. Я довольна Фаберликом, даже очень. Все мне нравится, все по цене. И качество отличное. Так что я рада. Ну что ж, я думаю, что я помогла вам чем-то хотя бы. То, что взяла, все понравилось. И прошлый раз мне понравилось. Прошлый раз что хочу сказать? Блузка. Вот эта блузка. Когда с розовой юбкой я покупала немножечко блузочка. Я хотела бы, чтобы она была полегче чуть-чуть. Но она такая. И, кстати, я вам хочу сказать, после стирки она... Кто-то говорил, что не делается мягче. Делается она помягче. Ее разглаживайте. Если кто-то боится покупать, то лично на мой вкус мне понравилось. Когда я ее постирала, прогладила, она стала мягче. Вот. Но с той юбочкой, конечно, я же вам рассказывала, многие как бы не слушали внимательно, что та блузка, она, я для брюк купила. Вот, например, вот сюда, вот к этим джинсам я ее одену, и будет просто прелесть. С любыми, с этими же синими кроссовками, вот ту блузку... Я все равно как-то буду вам показывать, потому что мы обзоры с Артемом будем снимать, и я буду обязательно, когда буду одеваться, я вам буду показывать на мне одежду. Вот, например, вот я покупала вот этот плащ, тоже вам показываю. То есть все, что я покупаю, все на мне, все будете видеть потихонечку. Так что ту блузочку берите, но она не к летней тоненькой такой, не вес... Так, звонок, немножко отвлеклись. Я рассказывала про блузочку, что ее с такими нежными такими юбочками носить как бы, ну, сложно. Потеплее брюки, да, вот с брюками, джинсами можно, и потолще брюки. Вот это будет хорошо. И с такими потолще юбками. А прессировочка, либо шифоновый, что-то такое, она тяжеловата. Вот. Совсем другим очень прекрасно смотрится, мне очень понравилось. Я же говорю, вот очень хорошо к джинсам, прям вот ее одеваешь, и даже... Можно заправлять, а можно не заправлять. Если вы купите размер в размер, то будет прекрасно. Вот я даже... Мне кто-то написал, что можно было бы меньше блузку. То есть она у меня 44-й, можно было бы меньше. Но я ее постирала, и она немножечко села. Это тоже помните. Так что она как раз, вот 44-й как раз размер вот мой. Но у нас, помните о том, что у нас плечи разные, девочки, с вами. Грудь. Я за это не отвечаю. Просто вот... Сами смотрите, там есть размерная линеечка. Выбирайте по ней. Так, ну все, буду заканчивать. Цену я вам сказала. Вот такая у меня покупочка была. Я очень рада ею и довольна. На лето я, как говорится, одета, можно сказать. Очень здорово. Недорого, качественно, красиво. Ну, пожалуйста, всегда рада, если я чем-то помогу. И что ж, вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены. Сегодня в обзоре Фаберлик. До новых встреч. Пока-пока. Дорогие друзья, хочу сделать небольшое дополнение к видео о Фаберлик. О том, что про качество, про то, что даром-то и вроде как и уксус сладкий, и все такое. Это на самом деле не так. Я никого не заставляю покупать. Мне нравится, и качество у Фаберлик действительно хорошее, и по цене все это. Я не говорю о том, о фирменных вещах, безусловно, это тут даже и речи не может идти, и мне кажется, что и комментарии как бы здесь такие неуместны, потому что говорится здесь не о суперфирменных вещах, да, по цене и вещь, но мне нравится качественные вещи, вот, и носить очень удобно, нужно просто уметь выбирать. Там есть таблица размерная, и вы смотрите, можете измерить и в обхвате, и, пожалуйста, и плечи, и грудь, все для девочек, я говорю, да и мужчин тоже можно измерить. Вот. Насчет обуви, какие идут 36 в размер, какие идут 36 чуть-чуть свободные, вот так сразу говорю.
потому что я уже это испытала. Например, босоножки мне размер-размер пошли. Синие вот эти вот кроссовки размер-размер, ну, кеды. Слепоны чуть свободные, тоже 36 размер. Поэтому смотрите сами, все зависит действительно от наших форм. У кого подъем высокий, у кого нет. Вот, кстати, слепоны подойдут, у кого подъем высокий. Ну, и кеды тоже нормально, даже если у кого выше, да, тут можно и зашнурить, зашнуривать потуже, посвободнее, да, вот так вот. Поэтому, девочки, я вставила вот такой вот небольшой вкладыш, да, в этот блог о том, что мне нравится, вот, а там уж как вам, выбирать вам. Вещи действительно хорошие. Так что все, пока!